Мы продолжаем. Как повысить статус депутата представительного органа местного самоуправления? Какие законодательные перспективы ждут местное самоуправление в целом по стране и республике? Эти темы обсудили сегодня за круглым столом делегаты из районов и наслегов республики в рамках первого съезда представительных органов местного самоуправления. Тему продолжит Туяра Филиппова. Знаете районных депутатов? Нет. А почему? А нет никакой информации наглядной. А скажите, пожалуйста, вы знаете районных депутатов? Нет. А почему? Не знаю. Мне интересно. Главный принцип местного самоуправления, по выражению Путина, уровень протянутой руки, несмотря на то, что институт существует уже второй десяток лет, как видим, пока не везде досягаем. По мнению самих депутатов, основная причина – несовершенствие законодательства. Со дня принятия основной закон по АМСУ претерпел более 120 изменений. Депутаты на местах порой не успевают вносить поправки в свои уставы. По всей Российской Федерации, в нашей стране, пока не создана понятная людям концепция, взаимоотношения между властью и органами местного самоуправления, взаимоотношения внутри самих органов местного самоуправления, вот эта вот система действующая, понятная, она еще предстоит нам его, видимо, создать. Несмотря на проблемы, именно в Якутии сохранена двухуровневая система МСУ. И прямые выборы – именно то, что должно делать власть близкой к народу. Но и здесь не все так однозначно. Разность доходов, удаленность территорий, а порой и противостояние властей на местах создают проблемы. Между тем, процессы, происходящие в других регионах страны, укрупнение муниципалитетов и назначаемые сити-менеджеры вызывают недовольство населения, вплоть до митингов. Конечно, для нашей республики это вопрос непростой, потому что у нас и малонаселенные пункты, территория очень разбросана, труднодоступные территории. Но, тем не менее, мы в свое время осознанно перешли на поселенческий уровень самоуправления и с этого времени ведем последовательную политику по развитию основ местного самоуправления. Эксперты особо отмечают взвешенную политику руководства республики в отношении местного самоуправления. Спасибо вам большое в вашем лице руководству республики за ту мудрость, за ту взвешенность при принятии решений в отношении реформирования, в данном случае не реформирования местного самоуправления, потому что это позволяет удержать республику от некоторых потрясений. Как избежать потрясений, вовлекать население к управлению на местах, повышать статус депутатов и завоевывать доверие населения? Об этом участники первого съезда продолжат разговор на пленарном заседании, которое откроется завтра в Якутске в Государственном театре оперы и балета. Туяра Филиппова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.